We are poised to strike. My blade thirsts. My type is trained for war. We don't wait. Bruh. For the goddess, strike! Hey, what happened? I got a bad feeling about this. Тихо, никто ничего не нажимает. Спокойно. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если 10 минут АФК? И сегодня мы посмотрим на этот видос. Наверное, это будет скучно в начале, но я думаю, самая развязка будет интересна. Сегодня мне будут помогать мои товарищи! Кто-то у нас есть на проводе. Изир. Здорово, с кем? Потом у нас есть Флутропир. Всем привет. И, конечно же, многоуважаемый Антонио. Здравствуйте. Здравствуйте, так официально, ты как будто в бабочке с галстуком такой, здравствуйте. Ты меня сам представился, как многоуважаемым. А, блин, сори, тупанул. Ребят, в целом, короче, сегодня у нас, по идее, должен быть очень интересный, пламенный такой видосик. 10 минут АФК, просто ничего не происходит, крипчики дерутся с героями оппонентов, и, конечно же, мы такие врываемся потом и, скорее всего, проигрываем игру. Но посмотрим, как пойдет. Поэтому давайте сейчас, как говорится, подготовимся к тому, чтобы поприятней посмотреть этот видос. Обязательно поставить лайк, подписаться на YouTube канал, на ТГ, на ВК, везде, на все сети, как говорится, написать добрый комментарий, что очень немаловажно. Ну и, конечно же, начинаем. Ребята, я уже вспотел, АПМ у меня уже 10 тысяч, у вас как вообще ощущения? Какая мы поедем, сейчас проверим. Сейчас проверим. У меня 10 тысяч. У меня 0. Так, минус АПМ, что там? О, 5 АПМ, найс! Вы что не писькаете? Уже что-то начал подозревать. Зря они не пикнули Фуриона, Люкантропа. Ну вы поняли. Страшно. Ой. Так, я, наверное, через Мидас, по идее, 10 минут должно хватить на Мидас, да? Все по Мидасику и полетели. Как думаете? Не, я на войде хочу, ребят. Я не пса хочу еще. А почему смотри, нет? Уже спалил. Да, почти. А мне кажется, это кто-то, они с фейков же перезаходят. Я кикнул трех людей, и они по-любому могут с фейка перезаходить и зайти. Ну, все, пошло. Алло, это хинь? Алло, это хинь? Только заметил, что это хен. Ну да, незаметный такой маленький чувачок. Я пока чаек попью, ребят. Блин, самый, наверное, легкий видос. Может пойти в магаз пока сбегать? Да, я с тобой смогу. А прикиньте, нас просто кикнет. Я вас кикну. Долгая АФК. Да. Это когда пацаны зашли в доту поиграть. Я даже не думал, что настолько реакция будет у них. Кстати, у нас в пуле есть еще инвокер, Бара. Мама, я в YouTube. Где-то я видел это в 2000 каком-то там, пятом, наверное. Недостаточно золота. Ой, минутка прошла, ребят. Что-то пока спокойненько. Еще 9 минут. А потом прикинь, а что если АФК 50 минут? Такой уже голый трон стоит, и мы пикаем героев.
Да, конечно. Ну, вот смотрите, у нас, в принципе, сорян, перебил, бро. У нас, в принципе, есть несколько метовых персонажей, я смотрю, которые не в бане. Ну, типа, Вокеру нужен левел, это понятно, Вокеру хреново будет. Есть Алхимик, есть Тускар, Бара. В принципе, этих героев... ну, Бара точно нет, потому что там Тамба плюс вот это все. Феникс есть, да, то есть это, по идее, сможем мы. Прям жестко. Это же имба страта на самом деле. У нас 5 контрпиков на их пик может быть спокойно. Да, имба страта, посидеть 10 минут АФК. Все. Так, 10 минут подумать, да? Да-да. Обсудить там, успокоиться. Блин, как они там ребята переживают. Думаем, что-то... Че, Клокверк, да, наверное, там какой-нибудь. На самом деле, что вот против них хорошо зайдет? Леорик не любит, когда у него нету маны. Тини не любит станы. Ну, лайфстиллер, окей. Лайфстиллера можно взять, окей, закрываем. Блин, сразу, в принципе, там... троих героев сразу закрываем. Ты прикинь, как Тини будет нас бежать. Это просто капец. Он с левелом будет, а мы только начнем. Как он с прокастом будет? Мне спорить? Интересно, что они будут собирать сейчас? Да, вот это тоже один из вариантов. Я все не могу звук нормально поднастроить, потому что кого-то громче слышно, кого-то... Ну-ка, Язер. Слышно мне? Да-да, слышно, все хорошо, подкорректил тебя. Все, всех остальных я подкорректил. Тебя только туда отключался, подключался. Все, нормально, идем. Леорику ману сжигать, это понятно. Так, ну, пацаны, сори, сорвал контент. Че, ливнет? Блин, ну это получается, не пикнули, довели до лива, что ли, что? Да, он ливнет, что ли? Прикинь, вот заполовился, да? Крысу. Еще 3 минуты мы сидим, 3 минуты. Я забаню его сразу. Прикиньте, вот человек просто половится. Ах, смотри, а он заб... Ах ты, пёс. И пёс. Я что? Тебе уже бан написал. Типа так забайтил? Да, походу. Пёс. Но он чисто, это я ж тебе говорю, я трех человек кикнул, кто-то с фейка по-любому взял, нырнул, и вот он сейчас играет. Шестой слот точно нет, седьмой слот, и кто-то еще писал. Почему он не лайн стоит? Ну, наверное, лес ему комфорт. Блин, как обычно, хен и актеры, ребят, хен и актеры. Тини ботл купил. Шестой левел. Глиф на спасся. Да-да, я глифанул разочек на низ. Но, в принципе, ситуация по игре пока что терпимая. Т1 пока что внизу упал, да? И мид немножко подхарасил. Хорошо, он не торопится никуда, да, просто факт. Глиф есть, хорошо, один тавер откатил. Найс. Хорошо, что три глифа есть. Сейчас пока Т-шки будут подгрызать. Обещальное будет, если мы проиграем. Опа! Не, ну надо бы кикать кого-то. Думаю, Флейтру Пира. Так, голосуем. Ролл 5. Ну-ка. Кого? Подожди. Ролл 5. Так, третий. Кто у нас? Бахти. Так. Мы вынуждены кикнуть Бахти. А если не кикнуть, не получится? О, еще раз! Да, еще один. Ой, бро. Че происходит? Да потом... подожди, пятый это у нас Антоха потом Плутропир за Езира. Репка за Пепку, Пепка за Репку, как говорится. Третий левел, Леорик за 5 минут. Не, ну просто мастер фарма. Сразу видно. Сразу видно. Они, в принципе, даже ничего не покупают, кстати, обратите внимание толком. Тини на дагер, походу, купит. Да, шестая минута. И в кого он будет взрываться?
Батма разгоняет фарм, Мэлстром будет покупать. Чисто стратегии. Я, блин, все звук подкручиваю, а то там у кого-то склянки какие-то хреначат. А у меня этот каски чисто кинул этот ВД. Варды, кстати, поставил. Там 7 минут уже пройдет скоро. У Патмы фастовая молния, ребят. Мифрил купил. Так, ну что, 7-я минута. Вы определились, каких героев, если что, брать будете? Я, честно говоря, не подумал еще. Я Феникс возьму. Феникс. Я Вайда возьму, если что. Че, тимфайтить будем, типа? Купол, яйцо. Слушай, ну нужно будет левела поднять немножко, а потом немножко тимфайтить будем. Я так думаю, норм будет. Ты уже затравил. Седьмая минута. Четвертый левел, пацан, на Лёрике. На Лёрике четвертый левел, да. Но чисто актер, видно сразу. Так, окей. Две минутки у нас. Даггер на тинике. Блин, может тогда не медасить, а побрать этот, блин, этот. Блин, Хускара может взять и Омника. И под рипелом разваливать. Быстро армлет как-нибудь попытаться купить. Да не, не получится. Кстати, уже 1600 есть. Чё есть? Уже 1600 есть у нас. Да, все да не хватит. Все равно. Блин, там успешный пуш. О, Кату заданаю, красава. Если только мы все хилки не накупим, мы спиним, чтобы... Да. Так. Ну, мы точно с минус одной стороной будем. Не-не-не-не, нормально, по идее, не будем. Должны успеть. Еще минутка. Еще одна пачка крипов, и пачка крипов подрез будет еще. Так что должно быть норм. Ну, так 10 минут, да, так сложновато на самом деле, смотрю, они мид прям пытаются сломать. Лёри курирует ими, наверное. Где фармить вообще? Ну, умеет вместе. Да, типа они просто хотят закончить эту игру сразу. Ну, Лёрик минусом сейчас будет. Сейчас, Лёрик уже минус, так, голда. Голда на всех. Чувак не справился с управлением. Хорош. Так, у нас получается, ребят, 40 секунд, плюс-минус. И там два даггера. Но у нас мида не будет, скорее всего, сейчас. Не, ну успеем по-любому. Мид. Не, мид-то не прям до тала. Все, мида у нас нету тэшки. Ну, я говорю, ради ДФ. А, ты Войда, да, будешь рекомендовать? Да, я думаю, на Войде побегать. Но они прям торопятся. Прям торопятся. Шойт. Шойт. Я, наверное, Клоаку, сапог возьму. Перчу и полезлась. Да. Рикимару купил. Рикимару. И догон. Как старые добрые. 10 сек и пик, ребят. Понеслась, пацаны. Я их знаю там. Let's go. Мы ворвем их сейчас. Что будем делать? Что будем делать? В атаку, бойцы! В атаку получал. Опа, у меня ХП закончились. Все нормально. Лазером, наверное, надо там впрягать их. Хилочек полетел. Опа, полетели, ребят. Там и хаслэм сейчас будет, ничего страшного. Давай убить. Мы за один хаслэм все умрем. Вот этого бы зафокусить. Тамбу надо. Тамбу. Там бу... Лёрика, давай, Лёрика, давай. Лёрика. Давай. Добрак. Хорош, сразу второй левел, найс. Камбэчим. Понеслась. У нас третья сторона, и надо оставлять фарм тут. Керри. Как получается? Ну, у нас, короче, смотри. Нам, наверное, надо подступы как-то... подвардить, чтобы видно было в рейверов. Смида, ну, конечно. Хорошо, разойдитесь кто-нибудь, кто? Либо Феникс, папайте левел внизу.
Я буду мид стараться держать. У меня, я думаю, дэмэджа хватает. Но либо несколько челов надо, чтобы мид держали. Не знаю. Я чисто так импровизирую. Будет щелкать. Да, будет щелкать. Но у меня 600 хп клака. Просто один вардик куда-то. Не знаю, я бы, наверное, вот сюда даже дропнул вард. Чтобы было вид, мид видно заход. И полруны. Чтобы вид красивый был. Да. Беги, шаманчик. Хилку. У тебя хилка есть. Ой, хорош. Нет, ты его убиваешь. Ты его убиваешь. Может, ой, засолил. Сам? Экспа есть? Ай-яй-яй, там армлет, а, конечно. А, нет, у него армлет. Фини тут, да? А, может, тут вард, кстати. Может быть, он меня видел. Шейкер. Шейкер, шейкер. А, он меня нашел. Значит, он меня нашел. Блин, мне, конечно, сейчас достался лайн, где я вообще не лутаю эксп. Но у нас, короче, знаете, в чем сила? На, как бы, на толпе, на вот этой вот, типа, чуть-чуть левела сейчас подапать и пытаться что-то делать. На самом деле. А еще что мы резаемся 10 секунд. Да, у нас чисто, мы как тараканы, нас бьют тапками, а мы резаемся и резаемся. Шекер сейчас сюда вард поставит. Я сейчас мид еще вот эту пачку да. толкну и погнали, подеремся, ребят, наверное. Пятый левел у Рюрика, у него армлет. Но он сейчас на тебя, наверное, будет прыгать. А, я нет. Ес, ес стоит, смотрите. Лазером можно выжигать, прям, работа хорошая. Первый левел. Ничего страшного. Ты. Да у меня с одной печкой, блядь. Мисс. Да, опа. Реально, блин, вот если заберем, будет офигенно. Ах ты, зомбак хилит как, а? Я на низ, пацаны. Шестые левела нужны. Да-да-да, левел нужен жесть как. На низу проэкспится. Мне купол и полетело. Блин, неужели это настолько сложно, реально? Смотрю, прям тяжело, жесть. Левела нужны. Томба очень сильно решает, конечно. Томба сильно решает прям. У нас вообще что-то такое по третьему левелу. Печалька, конечно. Не, он сейчас молниями меня убьет. Это на самом деле сложнее, чем я думал. Реально. Это сложнее, чем я думал. Но знаете, что их может подорвать? Если они несколько раз просто так сфидят, они выровняют там левел. Ну, просто если случайно они там задавят или еще что-то. А, он без маны был. Они нам левела выровняют очень сильно. Надо байтить. А у нас просто АФК еще. Устал, наверное. Надо еще 10 минут АФК. Не, раз на подхвате должен быть. Он в войсе? Нет, он не в войсе. Лавапнуть. Ой, Яру поймал. Нормально, я живу. Нормально, я живу. Камушек. Давай. Если заберем, будет хорошо. Хотя бы, ну, лоу хп. Ой, хорош. Что, я ничего не понял. Все, мы в комбат пили. Так, Маумерова. Вот так я сделаю. Я буду до Тала, у меня стики есть еще. Хорош. Я забайчу на стики его. Ой. Жарила тини, ребят. О, тини. Хорош. И его тоже убиваю. Гоу. Чан Манси, ты дядь, у него армлет, слышишь? Я сейчас прыгну в него. Вот, я про это и говорил. То есть они вот так вот зайдут, сфидят, и у нас левела будут. Да все, у меня же тоже. Почему не то слетел? Все, понеслась. С минус одной стороны. Да, я тоже с Мидасом решил ее. У меня было, я думал, мом купить или Мидас. Думаю, Мидас возьму. С Мидасом нормально. Вот тут вард снимите. Опс. Нормально мы их так приняли. Вот один загул у них такой. У нас все, левела мы выровняли. У них там 8-9, у меня 8, у нас 6-5. Все, нормально. Сейчас масочку наденем. И полетели.
Можем убить ее, у меня рор есть. Если она подойдет. Вряд ли. Феникс там ковыряется, кайф. Ну, ЕСа 9 у нас по 8. А сейчас... Теперь время на нашу сторону работает с мидасами. Ой, что-то я даже не увидел, как тебя убили. Ладно. Чья маска в куре? Моя. Я дропну себе. Смотри, вот тут кто-то идет. Дини бежит. Да, лучше не драться. Мне кажется, все равно как-то более в дефе играть, потому что мы еще не овер сильные. Вот тут сейчас будет деф, скорее всего, ребят. Да, внизу можно драться. Мы сильнее там будем. Хорошо. Я прыжок размаксил почти. Яйцо 5 секунд. Все, прыгнуть? Жди, жди, жди. Я приду, тогда начнем. Мне кажется, там лазером можно подпилить, типа... Ну, он просто фиссуры может сейчас перекрыть. Я жду, когда фиссуру потратит. Там буба как-то разбить. Ой, тамба, конечно. Но пока нормально, крипы суету наводят. Крипов. Крипчик зарядил, бежит, 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 бежит. О, доджи, хорошо. Ладно, я сейвану вот так вот. Хорош, дай их. Отлично, левела пошли. Тамбу можем? Антоха, тамбу примем? Держите. Хорошо. Есть тини, 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 тини. Вай, как он. Какой он, а, мужчина. Так, ну я в станах. Давай, гаси этого каменного волосача. А, дефа. Хорошо, на вставочку даже. Так, найс, на топе. Так, прыгни или нет? Не-не-не, у меня, я тут в дефе. Дайте помогу. В дефе. Нормально, я эху задоджил. Так бы игра, скорее всего, в моменте у меня закончилась. Смотри, патма какая на характере. Сейчас иду. Сейчас я Мунлайт нажал. О, Леорик тут еще. А Леорик без реса. Ничего, план. Подмыща. Давай, да, 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 да. Леорику забрали. У нее нет липа пока что. Блин, не башит, сорян. Я сам забашу. У меня не башит Войд. Сейчас я прыгну уже. Хорош. Так, у нас мид-просадка. Тини. Опа. Ну, кого-то стабильно теряем, если Тинник вот так прилетает. Да. Ой, на этом тоже ГГ сейчас будет, я так думаю. Баш? Все, он не уйдет. Руш, есть и баш, там свинка, хрюшка. Вот, не втухай. Растай. Он продолжает, человек. Да, он что-то как будто, знаешь, в одной руке ром, в другой сиська, и тут еще клавиатура посередине. Надо еще играть. Тут сейчас важно, главное, не обсираться. Я, наверное, молнию и БКБ выйду. Молния почти есть. Блин, как же золото насыпает. Офигенно камбэк-система работает здесь. У меня 12-й уже. Я уже по левелу догнал. Хорошо. Сколько против 6? Так, варды бы поставить. Раз. Вот так сейчас напишут. Сразу три чела ему пишут. Давай мне себя. Хорошо. Так, надо я пойду на эксп за трансмучу. Купол есть, если что, ребят, можем как-то что-то реализоваться куда-нибудь. Это вроде иллюзия. Что? Иллюзия вроде. Иллюзия вроде. Ух ты. Давай это. Миран. Не-не-не-не, я бэк. Я не видел. Ну хорошо, Клоака спасает. Жесть какая имба. Не зря Клоака купил. Хорош. Хорош, вы там уже соло забираете, да? Мужики. Да. Ну, в принципе, смотрите, что я предлагаю. Мы можем пойти в Тэшечку. Первую. У нас стороны, в принципе, вниз только подпушивается немножко. Тини настоящий.
Мы можем первую тэшку сломать, открыть хотя бы. Все, пайп есть. Так, время соло курьера брать. Нас видит, он кого-то сейчас убьет, если он видит. Он, скорее всего, он что-то вот сюда заходил, кого-то пытался, там не пытался увидеть. Никого не было. Вот тут, хотя от КГ надо. Это... Давайте, если что, от КГ тогда, пофиг. Если они сами прут, лучше от КГ тогда. Ой-ой-ой, вы что там, драку затеяли? Ну, камон, я подойду, я подойду. У Лёрика рез есть, если что. Так, у меня вот как-то... Я могу фурора начать. Опа. О, смотри, меня прыгнул. Киник. А, ну, портфат нет детекшена. Может отойти? Отойти? Ну давайте отойдем, хрен с ним. Отходим, отходим. Еще и под мунлайт. Плохая драка. Плохая драка. КГ надо. Я мид дальше толкаю туда. Плохо, конечно. Ну ладно, шаман уже резнулся, в принципе, только без кнопок будет. Что можем попробовать забрать? Да, от ХГ, гоу, пофиг. Я, если что, начну. Если они не начнут. Мид толкну только. Тут сильно запушено. Как-нибудь я могу подойдя, разбивать им и... Блин, как они сладко стоят. Полетели, бро. Офигенный врыв будет. Я уже начал так. Нормально. Зомбака за фокушу. Хорош. Под маму прыгала, тиник, тиник в кустиках. Тиника бью. Хорош, Леорика. Найс, под маму тоже наша. Уф. Хорош. Вот это я понимаю, игра, да? Красавчики. Хорошо, гол тэшечку. Можем даже две. А, хотя вряд ли. Мама, я в Ютубе. Самое время написать. Блин, неплохо. Ну, блин, считайте, мы с одной стороной камбэчим. Очень сильно решила, что они вот здесь сдохли. Вот это дало толчок. Мне лично очень сильно. Да, это был толчок, плюс то, что челы собирают армлет на тиньке. Ой-ой-ой. Станчик есть? У-у-у, жесть. Ну ладно, заберете. Берете. Опа. Ладно, я уйду. Я вот. Думаю, тэшку все равно заберете. Зомбак еще идет. Тэшку забирайте, уходите. Пофиг. Там крипы подработают. Шаман, правда, змей не контрит, он просто крипов все суицидит. Мы рано на самом деле, да, что-то так в себя поверили. Стрики так, поотдавали. Два стрика отдали. Да, плохо. Ну ладно, нормально все. Нормально. Главное, дальше не продолжилось. Сейчас кнопки будут. Также сделаем. Хорошо все. Там, если есть возможность, я топ забрать хочу. Фарму. У меня молния будет, скорее всего. Это моя курда, она висит там с телепортом. Пусть висит. Они снова в мид бегут. Тиник там даже, да? Они, скорее всего, на меня заэтываются. Затриггерятся, побегут. Я, если что, в лесочек прыгну, где-нибудь не достанут. Слушай, они не хотят идти, да? А, не спрыгнул в наглую, смотри какой. Я иду, пацаны. У меня есть троур. Да, я могу начаться. Я пайп нажму и потеряюсь. Да, если что, начинайте, я подойду сейчас, я уже рядом. Скорее всего, только сильно только не дайвите, томбу разбейте, я мид толкну. А, они отходят. Они боятся, жесть как. Они будут от ошибки, скорее всего, пытаться играть. Либо если пока кто-то не начнет. Сейчас давай. Такие горошу, горошу они. Если они Рошана пойдут, там птички аккуратно под этого. Опа, Мунлайт. Че, вы драться будете, да? Ну да, тут снизу. Ну, камню ГГ, я мид толкаю, пацаны, чтобы у нас тэшки не страдали.
Они в инвизе там. Шо, мид толкаем. А можем мид забрать? Да, мне кажется... О, Люрик стоит. Он, кстати, ждет. Да, он... кто-то там войсит их, короче, тупо, чтобы они шли. Люрик у ГГ, скорее всего, да? 18 секунд до реса Тиника. Да, давай показал, что это иллюзия. Кого ты? Низ хочешь? Да, у меня есть некры. Некры? Да. Я мид сильно толкнул, если что, нормально. Краш! Да ладно! Дети варлоков есть. У меня крашнуло. Не могу. Серьезно? Да. Блин, капец. Прикинь, такая игра, такой контент и краш. Прикинь. Жалко. А что если крашнуть? Лол. Что если 27 минут играть и крашнуть? Да. Блин, ну печально. Но эта игра наша была. Да, эта игра полностью, мне кажется, была наша, но она так глупо заканчивается с моей стороны. Почему именно на видосе? Ну что за... Не доиграл, Аркадий, не доиграл. Долго в лобби находился, наверное. Так, кто отключается? Нам вернуть? Ну, типа, вы отключаетесь? Кто уходит? Ну, а, я так, тут еще. Тут. Язер? Ну, давай, ладно. Сыграем. Давайте рейс сделаем. К сожалению, ребята, бывают иногда моменты, которые полностью не зависят от меня, и, к сожалению, контент немножечко сорвался. Но мы на этом не остановились и начали двигаться дальше. А что из этого вышло, досмотрите до конца. А у тебя ремнет. Вардов не хватило. Ганганули в лесу. А он что, ливнет? Ой, господи. А ты Excel... А, нет. Опа, от синий. Тупо Тиди. Может, бара будет? 4 из 4 Тиди. Слушай, если я зайду в казино и поставлю, там, не знаю, на Тини, то мне кажется, я выиграю. Жаль, там коэффициент 0,0,0,0,0,1. Вапу. Кто не Тини, тот лох. Короче. Блин. Так, ребятки, ну что, крайнее давайте ожидание. Бьючер in the future. Тот, короче, стрелой попадает, этот хукает. Да, этот хукает, ну и все, в принципе, ливай. Счастье. Да. И тот тосает еще. Да. Тосает пуджа причем. Страшно, страшно. Который хуканул, и он его оттосывает на потму, которая там далеко стоит, и все. Тип стоит, просыпается, убегает. Ладно. Ладно, запишу, да, такой берет блокнотик, записывает. Anti-Mage. Ой-ой-ой, Тамерланчик, тормози, не надо. Ой, брошка. Против 5 магов взял антимага, да? Ох, жесть. У нас что за черные герои такие? Суждаю. Мурлоск, Наскрублер. Так, вапу. Попу в попу. Ну вот 3 минуты еще и откатится у нас глиф. Че переживаете? Gloop of Fortification Sentinel. За 3 минуты можно ребенка сделать. Ребенка. За 15 секунд справился. Я за 30 лет не успел. Не успел. Ахаракхейн. Все, понял. Понял. Кину. Что-то пацаны сейчас, наверное, приунуют. Чуть, а как это правильно реально сказать? Приставкой при. Приунынут. Нет. Наверное, приунынут. Приунынут, да.
А как-то вроде звучит не так, приунынут. А, они еще триплой там. Опа, трипла там на топе, на топе. Чё там? И солонки, Мак. И сейчас пуджи нет. Пуш такой, я так не играю. Я хотел пофармить. Смотри, его крипы сейчас зажали. Так, минута прошла, ребят, еще 9 минут. Глиф уже есть, что говорили, что глифа нет? Еще нажму. Я сейчас нажму. Не вынуждайте меня. Герой не пикается. Просто крикиши, слышно, недостаточно золота. Недостаточно золота. Хайбис. А ты попробуй. А выиграть. Ты попробуй выиграть. Блин, я так криво пишу. Попробую. Попробую. Как будто я там бухой, не знаю. Сложно. Под матом отводит у антимага крипов. Отвод делает. Делает отвод от крипов. Внизу, кажется, глифать надо будет. А, нет, сейчас демош разделится. Потма грамотно крипов сливает. Хорошо. Задрот. Да-да-да, он правильно, чтобы тавр не пушился сразу. Вот так вот сделал. Агент, получается. Агент. Актеп. Так, 2 минуты прошло. Пуч такой стоит. Вот эта музычка грустная, дождик идет. Пацаны, ну нах так играют. Уныние такое пришло. Уныние, да, пришло. Да ладно! Смысл жизни. Пуджать смысл жизни потерялся. Кого он хукать будет, если хукать нет? Реально, кого хукать, если некого хукать? Зачем я родился? Блин, а так же можно просто кошмарить, долива доводить. Они не будут же играть. Ну неинтересно, ребят. Ну так не интересно. Ну я так не играю, да. Кажется, мы придумали новый вид спортивной дисциплины доты. Просто сидеть, ничего не делать, оппоненты сами ливают. Фри ПТС. Я даже пойду подписываю. Кстати, не запрещено, еще 7 минут. Да. Только не на Пуджа, пожалуйста. Не на Пуджа. Пуч реально просто стоит в одну точку, становится и все, не пушит, ничего не фармит. Просто стоит и смотрит. Два ворона. А, вот, отводит нормально. Ой, хорош, хорош. Вообще. Да, Мирана вообще задрот. Да-да-да, смотри, но он же ж этот. Арест артист. А, артист! Понял, вон артист. Но он низ, кстати, человек. Падает. Да, наш человек, посмотри на него. Артист. Мартист. Ну, низ почти упал, ребят. Сильно пушится. Ребята работают по товарам. Потма сейчас скрипу. Кого же пикнуть против такого пика? А мне все равно, войда хочу. Не знаю почему, хочу войда. Прям вот вообще жесть, аж горит попка. Найс, у нас ката сейчас выровняет баланс на лайне. Крипы. Аптавр посуицидится. Попка горит. Хорошо, найс. Сейчас крипы уйдут на Т2, один уйдет на Т2, хорошо, очка. Блин, ну пока что ситуация такая простенькая. Пуш опять стоит на месте, для него жизнь тлен, не знает, что делать. Это все равно, что взять баратрума, прикинь, ты сидишь, у тебя открыта Балтика девятка в руке, мышка на баратруме, ты сидишь такой, уже думаешь, кого погангать, а некого гангать, никто не играет. Я только пришел этот. Там Артимак пишет, таких дурачков туда не видел. А кто-нибудь хочет сыграть на Фениксе? Не. Уходящий СТ вообще не будет, кстати. Да-да-да, в этом и плюс. Соло, езер третий. Хотел поиграть, бро, ну как игра? Игра как? Вик репост. Все равно всех кикнет. Сейчас кто-то один напишет, Антон, там, кик АФК. Идеальный план. Я так сделать.
Неинтересно так играть, говорит. Так, у нас Т2. Ну, кстати, 5 минут у нас товара целые относительно первой игры. Да, у нас глиф есть. Да, глиф есть в ташке. В минутине не торопится. Две веточки фармит. Если тут не будет жесткого, жесткого давления, я думаю, медас куплю сразу. Хотя можно так же. F скобочка, F скобочка. Я так же есть. Тут зачем? H собака. Так, по пятому левелу. Шестая минутка. Ну, низ очень активно пушит. Пуш опять на том же самом месте. А он не двигался, что ли? Он двигается, но он на то же самое место становится и стоит просто. Он не мешает Сларку фармить. И пишет, да как играть, так неинтересно, типа. Не, чтоб брать пушить как-то, да? Ну и мы понимаешь, как мышление чуваку сломали. Не пикнули героев, мышление сломали. Да, надо, мне кажется. Чтобы замедлять. Чтобы на лайне никто не убегал от них. Ну, трал, мне кажется, четко тоже подойдет. Он да. Не цепляет и ловит этих всех ближних. Да, но нужен левел, а шаман может сразу сетка и даст нам первый буст. Хотя трал тоже может закрыть. Ну, антимага он не закроет. Антимага не закроет. Шаман лучше, дядь. Да, шаман лучше. Лучше шаман. Антимага не закроет, думайте. Ну, дядь, вначале нам что важно? Нам важно вот эти крапальки, да, зацепчики. Оп, убили, хапанули. То есть тралу нужен левел все-таки, как ни крути. Шаман... Ты про первый, да? Ты про до шестого левела имеешь в виду, что... Вообще, у нас первые левела, нам нужно кого-то убить. Тралом мы... У нас вариация, там Патма прыгнет, потом антимаг прыгнет, Сларк прыгнет. Ну, да. А тут сетка сразу с хобом, мы толпой навалимся, в принципе, побили, второй левел апнули. Все, уже легче, еще легче. То есть стралом будет немного тяжелее в этом плане. Смотри, антимаг сейчас сфидит. Кстати, глиф надо нажать. Опа, 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 смотри, антимаг. Тычка летит, умрет? Ой-ой-ой. Да, и сейчас Мирандо. Лишь бы не ливнул, лишь бы не ливнул. Надо сидеть молиться, лишь бы не ливнули. Прикинь, какой контент делаем. Пожалуйста, не ливай. Так, восьмая минута. Надо что-то процентное типа пикать, что не зависит от артефактов. Там, не знаю, некролайта ульта. Питлорд, что ли? Питлорд тоже хорошо, кстати, зашел бы. На камбэк, единичка там. Но я на войде, ребят, мне все равно. Определяйтесь по героям, у вас еще есть минутка. Все, Каолин есть, Феникс есть. Тинни Даггер, если что. Вапу, вапу. Джимми, Джимми. Ача. Ача, ача. Тибидип-тибидип-тибидип-тибидип-тибидип-тибидип-тибидип-тубудуп-тубудуп-тубудуп. Минутка. Смотри, бед на поджабет, ну. Он опять там же, на том же стоит месте. Ему что ли пойти сфидить, чтобы ему приятно стало играть, я не пойму. Сларк тоже тупой. А, то есть Сларк. Сларк тупой, а пуч, который не пушит, не тупой, получается. Если мы сейчас пуджа первым убьем, он точно вернет, так что... Не надо его трогать, да, он морально неустойчивый. Ребятки, 30 секунд. У нас глиф есть. Слышь, я угбоки пикну. Вообще пофигу. Погнали, вообще пофиг. Грязь такую делать. Ну, инвокер очень полезный в начале. Сферы кидать в них. Да-да-да-да. Сферы кидать. 15 секунд. О, сейчас пикнули. Заклятие. Они в это время уже хэга ломали. Да-да-да. Ну, там видишь, они как-то скооперировались, писали. 5 секунд, ребят. 5. 4. Три, два, один. Пикаем. Один. Поехало. Ой, у меня даже сцел голова. Так. Понял все? Да, нормально, нормально. Выиграем. На контент. Вот если еще так сыграем, будет даже контент. Давай, давай, давай. Че, думаете, сразу на топе? Я пойду фарману экспу и прилечу к вам. Я пойду драться. Ладно, я тоже пора. Махаться, ребят, махаться. Они, короче, смысл в чем, ребят? Там они давили, нам нужно было сразу отпор давать, а тут есть немножко времени. Главное не нафидить.
Я, может, даже через кувы буду. Да, полезно, кстати, колд снап будет очень полезен. Синий все еще без даггера? Он с даггером, аккуратно. Он с даггером. Опа, на меня бежит. Хе-хе, инвокер фигер. Ой-ой-ой, уходим, уходим. Ой-ой-ой. Нифига вас там. Промах. Ой-ой-ой, так я пошел. Давайте Тинни вот тут где-то, он ждет, чтобы показаться. Он у меня здесь. А, не, он внизу. Раз ты воды купил, может, оставишь? Ой, бро! Так, мне ГГ, походу, да? Не надо, дядь! Не надо, бро! О! Ой, Криса. Тинни ж на топе был, не? Пришел сразу вниз. Он с мида ушел. Все понял, рак я. Вот этот момент очень важен. Сейчас, если вот так соло нафидим, то нафидим. Но у меня третий левел. Что надо делать? Ну, надо, видимо, походу... Ну, у меня левел третий есть, могу там прыжочек прыгнуть в них. Смотри, что собирает. Батерфуру. Баша. И отсюда Тинни идет. Давайте, короче, попробуем все-таки скооперироваться. Что-то мне кажется... Опа. Я говорил. Надо вместе убить его. Ух ты, на фулман. Да, вместе, вместе. Нормально, должны разменять. Он что, без маны? Нет, а нет. С маной он просто глупый. Но мы там антимага убивали в разы. Смотрите, там потма. Сларк. Ой, Сларк, Тинни, инвизы. Нифига тут. Ну, нечем драться. Мы тут... Нечем драться, да. Нечем, я уйду. Лоу хоповый. Нормально, нормально, они стрики берут, мы тоже возьмем. Блин. Ой, живой ой, еще. Ой-ой-ой. Хорош, дядь. Не вовремя. Хорош, дядь. Сфидел такой, знаешь. Найс, хорош. Найс, блин, лучший. Лучший. Лучший, лучший. Как говорит Лютыр, со мной никто не хочет играть. Поймут только единицы. Так, мне надо 2-3 крипа. Левел? Хорошо. Я на внизу мидас. Чуть экспанусь тоже. А, на мидас я тебе? Хорошо. Блин, кайф тебе. На мидас. Ну давай, я тебе помогу. Иди деда колоти. Вот тебе взгревчик. Ладно, не добил. Стрела. Заберешь. Я пошел. Есть, да? Хорошо. Вокера отдаем. Вокера отдаем. Я внизу кайфую. Экспо. Ох ой, ты. Надо было под вышкой сейчас рассеткой. Сларк, нифига себе мне шандарахнул. Пол хп просто. А раз того еще? Нет. Нет. Нормально, нормально, ребят. Затерпим. Они начнут драться, мы тоже что-то нажмем кнопки, убьем их. Так, мне бы главное шестой апнуть и все. Тинни. Отсюда хукать будет. В кустиках. И это не игра. Это не игра. Да, брат, это не игра. Опа. Нормально, нормально, живо, живо. Сюда. Прыжок есть, можно поесть. Можем принять, мне кажется. А че шаман боится сетку дать? Сетку, брошка. Хорош, хорош. Я разменяюсь, мне главное понюхать. Найс, понюхал, хорошо, пятый левел есть. Выхукали, нормально. Да не, мне хотя бы понюхать уже хорошо. Че, ару поймал? Че там магнит, ару? Нормально, у вас левела хорошие, у меня тоже хорошо. Ох, как нас душат-то. Антонио Бандерос. Смотри, сейчас что-то прокаст даст. Ой, как хорошо ты не попал. Рак. Опа. Так, я внизу экспу собираю. Опа, это бан. МХ. Я просто так мотивацию не поднимаю. Мотивация должна быть опущен. Мотивация. Мотивация. Смотри, идет. Найдет на гианте. Какой он. Зверский аппетит. Я на топе сейчас левел апну. Эх, мне бы тоже шестой там что-то такое. Нормально, у меня ПТ-шечка есть уже. Реплей посмотри после игры. Да и так видно было, что ты АФК стоишь всю игру.
Это отвага, да, конечно. Ух, Ару. Бил дагер. Че, вы деретесь там с тиником? И не убиваем. Ну как? Ну как, разминаем, да? Раук. Все, есть. А вот я уже что. Хорош. Че, вы апаете левел, да? У меня тоже почти 6 есть. Ставить есть. Дайшь стратно. Да, все, дай. Попробую вниз идти. Ой, Ару, доджим. Сейчас еще апну, пойду к вам. Я 6 апнул, если что. Все, у меня есть 6. Все, гол, я готов. Короче, можем драться уже. Ну, в теории, можем. Да, то есть, что-то под прям какой-то байт, и купола золотые, и полетело. Думаю, без проблем будет. Прыгнешь ульту, дашь, нет? Не-не-не, я не хочу прыгать там на дагера. Надо, чтобы как-то вот они... Ну, вот, типа, они вот стоят вот просто, хороший, хороший. Вот просто стоят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ладно. Нормально-нормально, кнопки нажмешь, мне кажется, заберем что-то. Ах, антимаг уходит. Ой, перебафал, найс. Понюхаю. Найс, 7-й левел взял. Пуч там яйцо бьет, не разбил. Я иду, ребят, пуджа занюхаю тоже. Блин, вкусно как пахнет. Ой. Да. И тиник сдох. Лол, все, в принципе, камбэк, я думаю. Все, мидас есть. Лох в тени просто. Че, у вас по медасику есть там, да? Да. У меня в этой катке пока не очень идет, но... У вас, если будет хорошо, у всех хорошо будет. Как в детстве родители говорили. Если ребенок сытый, мы довольны, да? Сытый ребенок, счастлив мана. Мана. Ну, понял. Мана. Фул мана прокаст. Фул мана. Я ушел. Это кто? Ты ушел. Это пуч вроде. Ой-ой-ой, бро. Срал, под ногой, брашка. Кажется, тебе ГГ, пиши ФФ. Нет, дай Юл, ладно. Дай Юл, да прыгни ты на войне. Стоит дрочится. О, монетка будет или нет? О, хоста, я быстрый, побежал на топ, короче. А есть смысл вообще третьего максить на войне? Слушай, да, я в прошлой катке прям хорошо раздамаживал. Подбашил. Сейчас у меня уже медас будет, скорость так хорошая будет. Тини идет, да? Они идут к нам. Эх! Не знаю, на двое тест. Я побежал туда. Смотри, вон идет антимук с вардами. А, вот тини. Антимук. Пуч где-то тут, наверное. Пуч где-то здесь. Я хочу допушить эту линию. Я тоже хочу. Мне до медаса копейки, всего-то 500 золотых. Сейчас еще ловил понюхаю здесь. У Сларка уже пол этого, пол скати. Да пофиг на него. Тэшку, думаю, заберем. Дашь тэшку? Попробуй задынаить. Хорошо, 50 золотых. И утпшиваюсь. Найс. Да, я на базу, короче. Все, я тоже, медас есть. Он там тини, все уже здесь. Вот мы вовремя свалили, найс. Прям на последний поезд запрыгнули и полетели. Такие, знаешь, ту-ту! Бегают за нами. Да, пусть бегают. У нас ребята все качаются. Антон только не качается, в зал не ходит. Пусть добиваются нас. Антон, программы у меня нет. Программы нет. Тебе написать программу тренировок от Хинозеса? Да, напиши, пожалуйста. ТГшечки сегодня, кстати, будет. Подпишись обязательно. Ребятки, не забывайте подписываться на ТГ, на ВК, на Ютуб, поддержать хорошим комментарием, поставить лайк. Ну вы чё вы, мы стараемся, мы потеем. Стан Фарка на панде гол. Он чё меня вы? Лагает почему-то. Не лагай. Чё, вы хотите драку? Стони Гиант. Иду. Успею. Ай, не успел. Ну, Сларка заберу. Опа. А купол чё зеленый был? Я не понял. Сларк перекрасил. Травоман. Сларк перекрасил. Ха, травоман чего? Я забашился от чего-то. А, у меня лагать. У него баш, дядь. Хорош, дынаю. У него же башер. Уходим. Нормально, я два фрага взял, парни. Все, огонь. Их, я чуть-чуть браза не успел под купол. Но там что-то, по-моему, ты сильно задавил, не? Ну, меня хуканули. Вот это... А, нет. Не-не-не, низ, ребятки, есть кто плюсик? Я иду. Я. Да-да, блокер идет. Дефните. Так, меня тини выехал.
принимать. Не даст пофармить же. Да он тебя не снесет. Ну, не снесет, все равно хочешь просто пофармить, а не принимать драку. Опа. Че думаешь? А, он уже. Нормально, нормально, нормально. Да главное экспу хотя бы за этот пофармить. 11 левел, там все дела. Ой, Сларк. Испугался. Стрела, стрела! Да, господи. Господи. Так, Момезия есть. Почти купола золотые есть. Накали мне, кольщик. Опа, тюремные термины пошли. Осуждаю. Это нет, ты что? Четыре медаса у нас. Да нормально, живем. Золото есть, время на нас теперь работает. Вот, Сларк бежит в лотерею. У меня пока вот так, 20 секунд, надо АФК постоять, как пуч. Становимся в квадратик вот так и стоим, все. Иншлёка, Ароу! Кажется, инвокера потеряли. А его обратно портанет из-за связи. МТС. Связь. Ой, яички есть. Опа, кусенький. Слушай, ну ошибка... Как говорится, ошибка превратилась в нападение. Опасно, очень опасно. Делаем, ребят. Очень опасно. Опа, Ароу. Да. Ладно, нормально. Хорош. Вот этого все заберем. Ой, шаман как хекс ему дал. Нормально, бру. Вот я говорил, шаман зайдет. Шаман машина. Да. Купол хекс давать. Не каждый сможет. Хорош. Ну, по-моему, это изи катка вообще. Я вообще не чувствую напряга здесь. Есть такое. Там самый первый напряг был, что они пушили сразу, а тут как-то. Золотые купола и понеслось. Мне кажется, на Т2... А, не-не-не, нормально. Заберем, наглеть не будем. Хорошо. Ой, как хорошо. Да, нет, тут, мне кажется, уже. Линка у Потма, если что. Против кого вообще линку собрал? Наверное, шамана, против шамана и против инвокера, чтоб санстрайк не давал. А, кстати, да. Понял. Новое обновление уже. Да, обновление вышло в айкапе, теперь линка таргеты блочит. Есть это. А потом на стриме будут писать, хен, чё, реально? Ой, а как не замагнитило? А как вообще в упор просто? Бред. Очень странно выглядит. Чтобы я купол не поставил, Патма купила линку. Чё-то задайвили, а да? Как же мне лагает? Блин, я не видел. Ароу закупался. Ну, мне кажется, вам нужно уйти оттуда. Успеем забрать, интересно. Руш. И бежать. Волосы назад, пацаны. Я на топе пойду фарману. Но шамана потеряли, да? Но я фарманул. В плюс, так сказать. Рега. Рега мне не нужна. Да, чисто подсплитовываем. Время у нас много. У нас есть мид подпушенный. Так, в принципе, топ пушится. Можно лесочки поколотить. Мы по левелу уже обогнали. Да, 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 уже все. В принципе, я 12 левел. Мидас делает вещи. Тини, правда, за мной бежит. Что-то хочет. Не знаю, что. А, не, все, не хочет. Это что делает, я не понял. Ты его засадил? Да. Хорош. Куру офните, парни, плюс. Сейчас иду оффлайн. Пусть попробует идти стрелять. Иду, 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 иду. Забайте их немного, забайте их. Все, они умерли. Хорош. Да вообще легко, да? Вы там соло разваливаете. Красава. Я тоже пуджа пошел развалю. Без хп, правда, но. С куполом. Блин, на самом деле, ребят, вот...
Это все зависит от оппонентов. Если оппоненты понимают, что происходит и что будет происходить, то они начинают давить, они как-то пытаются сломать за эти 10 минут, да. Вот как вот в этой катке пацаны, в принципе, никуда не торопились, потом что-то поняли, но уже немножко поздно. Вот в этом как бы и смысл. А в целом контент прикольный получается. Можно, можно работать, как говорится. Хоть не во вторую смену. Давай, шаманчик, братка, подработаем. Шаманчик. У шамана почти дайгер. Что-то было. Сларк. А, вот. Пуч, да, еще? Там еще тиник. Только тут еще сларк, скорее всего. Засайленсишь, если что. Да-да. Хорошо. Его засайленсишь. Нормально. Что-то не успел понюхать. Понюхать невкусно, значит, не пахнет. Горош. Мне кажется, я не заберу его. Ну, я лучше дам. А, ну так, да, в принципе, можем. Если что, купол будет. Алак, ой. Опа. Ай, бро, ну я дерусь. Ну, он в лотаре пробежал. Сларк упрыгал, ребят, правда. Там лоу хп прям. Лол хп. Лол хп. Лол хп. Придет, если что, закупалю их. Хочу сместиться, чтобы этот... Хуканули. Да, чтоб не хуканули. Ну, Рошан нас, кстати, жестко бустанет. Тинни уже сейчас отпрыгнет. В лотаре он есть, Сентрик? Поставь на... Я отхожу. Давай я только, да? Ау. В лотаре кто-то, потому что он клэп не должен был клэпать. Не хватит. На следующий заход. Не-не-не, отойдите, если что, next заход сделаем. Он, в принципе, ладно, нам Рошан и не нужен. Я чисто хотел попробовать. О, МХ. Тини 4 опса. Если мы, в принципе, возьмем в арт-центре, типа, обсервик, то мы спокойно, мне кажется, берем. Рошана. Ну, Роша лоу хэповый. Хотя отрегенится быстро очень. 3200 уже. Твар. 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 Смешно звучит почему-то. Твар. Так, давай я с огнем соберу и кидать буду их вам. Маз. Вообще мазь такая есть. Мазь есть такая, долабена. От ушибов там что-то растяжение. Да. Понял. Понял. Растяжение после таких каток, да? Да, растяжение ануса. Ой, бро. Я прям почувствовал, как у меня растянулось в моменте. В первую катку, когда нам бараки ломали. Че, низ идем дефнем? У нас низ пушится. Низ толкнуть и можно через руну в рожку. Прайс-то стоит. Очень жирная, кстати, потма. Нифига ты тут зафармил все. Так, я надеюсь, зафармил. Я не сдохну. Не сдохну, у меня это есть. А, Петрифай как там, или как это называется? Петрифай, забавно. Шаман сдохнет. Шаман сдохнет. Хороший купола накалил. Хорош. Дальше можем? Дальше больше. Конечно. Хорош. Ну, в принципе, я думаю, мы можем и... Сколько? 40 секунд к Рошану подтянуться. Или Т-шку заберем и потом пойдем. Нафиг этого Рошана. Пойдем просто по низу, заберем Т-шку и, если что, заберем все остальное. Пусть будет так, ребят. О, я осуждаю. Вот эти мами, все вот это вот. Сларк. Сралк идет, да? Да пофиг на него. Ой, тебя убили, да, Антонио? Тебя техно убил, да? Лад. Лад надо, брат, жанр, даю лад. Жанр музыки его убил. Жанр музыки убил? Техно. Техно. Хорошо, не драм. Так, у меня молния фуловая. Хорошо, не бразильский фонд. Томати, томати, томати. И полетело. Прикинь, Антон такой, о, и все, погиблый. Ах ты! Воровайка. Руджек. Мне кажется, что вот тот, кто-то есть.
А, вот. Варды, обсервы, центрики. Смотри, Сралк идет со Скадуи. Так. Ребятки мои, дорогие друзья. Здесь сегодня мы все собрались на этом клифе для того, чтобы пойти вниз. И встретить кого-нибудь. Либо смерть, либо успех. Постоите рядом. Да-да-да. Там кто-то пробежался. Пробежал. Синий, скорее всего. Они вроде проши, нет? Не думаю. Я еще проверю. Вряд ли. Глифанули. Отойду чуть-чуть. А, нет. Не добил. Я побоялся, честно говоря, в открытую стоять. Так, Тини, потому что где-то должен быть. Вон, вон, выше. Сларк и Тини там. Но Тини палит всю контору. Ладно, прыгаю. Не переживай, все хорошо. Я залечу в купол, можно? Все нормально, огонь. На стоп будет падать. Есть кто ТП-шечку? Мы Т2 сломаем. Да. Хорошо. Оу, хорошо. Я ради готов. Опа. Нифига ты там на развороте работаешь. Красава, бро, идем дальше. Пока не в рейсе. Антоха, алакрити даешь? Понеслась. Да. У нас хила много. Засадил. Алакрити понеслась. Ну вот, в принципе, 32-я минута, и у нас уже есть какой-то понятный успех. Что мы уже заходим на вражескую рампу. Давайте левый брак. 20 секунд, и еще успеем правый, да, походу? Хорошо. Вот 10 минут преимущества пацанам дали. И уходите, уходите, я если что отпрыгну. Сларк идет. Хорошо. Не сломали, вообще так бодро зашли. Я Рошана пойду, наверное, поколочу. Пока ажиотаж идет какой-то, вот этот хайп. Я топ, да. Если Антоха, в инвизе зайдешь, как у ВРВ и... Ах, ну хотя, ну варды просто есть 100%. Боюсь, опять сейчас заруинит этот Рошан. Столько Рошанов в стрим заруинило у меня, просто жесть. Как не пойдешь на Рошана, так все бегут. Вчера с Мартизом. Да, он вообще не стесняется. Там Тини прыгнул, я ухожу. Нафиг. 3000 есть золотых. Я на базу. Ребятки, я на базу, маны нет, ничего нет. Тогда я дальше там. Я тебя могу залить. Не, в меня заливать не надо. Ой, бро, в тебя залили. Так, погнали. Я на базе, ребятки. Все хорошо. Не переживайте за меня. За меня не переживайте. Я так родился, кстати. Че ты сделал? Я так родился. Я родился. Родился необычный малыш. Найс. Хорошо. Они Рошана пошли, ребятки. Есть Феникс на подхвате? Они долго будут бить его. Там ДДшка, смотри. Я успею как раз дофармить и прийти туда. Их не смущает, что Сладко ульта не работает, и он нагло заходит под Рошана. Ну да. Да, а зачем, чё смущаться-то? Не надо стесняться. Мне кажется, они не возьмут там ничего. Ты, нифига себе там. Бегу, пацаны. Бегу. И они... Ой, метеоризмы пошли! Ой-ой-ой. Нормально, я рядом, браза. Ух ты. Да где я? Дай мой огонь. Вай, пацаны, сейф! Поможи! Бабушка! Все хорошо. Какая ару, дядь? Ты тут что, вода ты насмотрелся? Жесть, я не знаю, как я выжил, но... Хрен с ним. Давай, Рош. Сейчас Сларк меня чпок. А, Сларка нет. А там актер на антимаге просто. Дайте мне Аегис, пацаны. Заберешь? Да, я заберу, дайте только клак продам. Настало время. Оп, хорошо.
Ну, в принципе, все, можно заканчивать, я думаю. Опа, ускоритель, турбо. ХГ змеи, ГГВП. Блин, ну эта катка, конечно, с первой каткой вообще никак по контенту не может. Актер на антимаге. С манты. Нормально, ломается бодро. Уже купол есть, ребят, если что. Все вышки я забираю. Опа. Опа, вкуснятина. А-а-а. Доставка. Доставка бургеров. Сюда, дорогой. Я просто не пережил это количество дэмэдж. Под мап Сали прыгнула. Засаленная получается. О, молния! У меня чисто самонаводка сработала, пацаны, сори. ГГ. Но это было на самом деле легко. Вот эта катка легкая была, да? Изи. Да и первая. Вообще в целом, мне кажется, все игры будут легкими дальше. Пока они не поймут изначально, что нужно кушать. Да. Good game. Ребят, ну вот такой у нас получился сегодня видос. Обязательно поддержите этот видос лайком. Напишите комментарий, какая вам катка больше понравилась. Но по-любому первая, но она не доиграна, к сожалению. Развязочку мы не увидели. К сожалению, из-за вот этого краша неприятного. Но в целом, катки получились очень крутыми. Что первая, что вторая. Ну, как говорится, главное, чтобы ребята поняли, да? Ну вот тебе такой купол. Главное, чтобы оппоненты поняли в моменте, что их ждет и почему сейчас такая задержка, почему никто не играет, да. И тогда, как говорится, если они начнут ранний пуш такой, то, конечно же, будет посложнее. Поэтому вот, как говорится, вот так вот. Ну, в принципе, все. Ребят, как вам катки понравились в целом? Да. Изи катки. Антонио? Да, пойдет. Пойдет, да. Ну, бывало лучше, конечно, да? Уф. Ну, ребят, вам спасибо большое за то, что помогли. Надеюсь, в следующий раз тоже поможете. Будем делать более жесткий и веселый контент от души, парни. В следующий раз можно вообще 20 минут пока стоять. О, да нет, спушат, думаю. Но в целом, как говорится, задумка есть, двигаться можно. Все, давайте, всем спасибо. Давайте, ребят, на этом все. С вами был Ксаназис и... До скорого!